Привет! Я сегодня играю с домиком и с куклой Балби. Привет, Балби! Привет! Балби, чего ты плачешь? Я не знаю, почему. Ты даже не знаешь, почему? Я не хочу говорить. Я тебя так не понимаю. Скажи спокойным голосом и плакать не надо. Покажи свое лицо. Я сегодня хотела пойти с Кеном в кафе, но я не смогла пойти, я опоздала. Ушла домой. Это ничего страшного. Отчасти Лена плачет, мне не нравится лопаться, я из-за нее опоздала. Ах, ты видно всегда ругаешься с ребятами. Надо успокоиться и понять, как красиво выглядеть. Чтобы пойти в кафе, тебе надо одеть модное платье. А как мы так найдем кафе это? Мне только Кен дал жилье. Да. А ты в таком пойдешь? Тебе надо переодеться. А где я возьму одежду-то? Ты что, занималась спортом? Да, конечно. Потому что я была очень толстая. Сейчас толстая. Как так занимается? Давай я тебе покажу. Шкафу только гантельки. У меня фонтанов у меня еще. А занимаюсь этими маленькими гантельками. Большими. Нет, надо заниматься чуть-чуть маленькими. Ладно. Гантельки такие легкие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ой, гантелька упала. Вот гантелька, возьми. Так, все, я готова. Нет. Чуть-чуть на пресс надо. Теперь по-другому. Я как-то хочу спать. Нет. Только дело. Теперь можем переодеваться. Балби, надо в кровати спать. Ой, да точно. Ты пока ложись спи, а я приготовлю одежду. Хорошо? Да. Так, чтобы Балби не забыла, я поставлю часов свадьбы. Что она не забыла? Такое дело. Так, а я должна найти одежду у Балби. Посмотрим в шкафы. В шкафе, а не гантельки. Балби что-то с ума сходит. Она не будет каждый день заниматься гантельками. Ей тоже надо одежду. Что же делать? Нам нужно платье. Пока Балби спит, мы с вами готовим вкусный суп. Овощи вкусно приготовила. А от этого мы смотрим.
в Барби. Здесь все есть, можно взять еще принесла. Кинем туда морковь, вот это, капусту и помешаем. Чем так вкусно пахнет? Диана, что ты так вкусно сварила? А, ты хочешь попробовать? Сейчас, одну минуту. Сейчас налью. Это с тебе особенно. Это супчик. Садись. Нет, руками никто не кушает. Садись. А вот тебе ложка. А можно мне еще добавки? Тебе правда понравилось? Да, это очень было смело. А тарелка перевернута. Спасибо, Маша, но я уже наелась. Ну ты спасила. Я воды попью. Хорошо. Возьми. Ой, звонят. Давай я тебе дам. Алло, да? Да. Спасибо. Мне еще один мужчина позвал на свидание. А это просто было. А это просто. Была девочка. Меня звала. Все, спасибо. Пожалуйста. А переодеться. Вау, какая она красивая. Можешь одеваться, она тебе точно подойдет. Паша. Блин, какая ты красивая. А вот вещь надо поубивать. Я забыла. И что случилось с этим? Ой. На тебя сажну. Мы это помоем. Нельзя. А гантельки положим не сюда. Гантельки положим вот сюда, в тайную комнату. Я люблю вино за гантельками. А сюда положим мои вещи. Опа. Раз, два. И садки. Угу. Вот он на место. А тарелку с чипсами. Вот. Тарелочка. Утя, замножай. Сейчас. Помой. Замечательно. Утика тоже говорит, она уже помыла. Я уже ухожу. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.